проведении эксперимента мне поможет мой коллега Николай Баранников. На плечи мы ему повесим вот такой очень заметный, очень тяжелый рюкзак. Коль, давай, вооружайся. Вот. И для пущей подозрительности оденем на голову капюшон и прикроем глаза побольше. Коль, скажи, под каким предлогом ты постараешься зайти в стены школы? Я зайду в школу и попрошу пройти к своему племяннику и отдать вот эти вот ключи. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. В школе номер 50, куда мы нагрянули, наша легенда даже не пригодилась. Николай свободно прошел внутрь и немного побродил по этажам. Также благополучно он вернулся обратно в машину. Пропустили? Пропустили. Получается, просто мимо прошел, но ни на кого не смотрел. Охранник даже ничего не сказал. А охранник что из себя представляет? Действительно охранник или, может, какой-то вахтер? Мужчина уже в возрасте таком солидном, ну, можно сказать, дедушка уже. Вот. Поэтому не знаю, смог бы он там с какими-нибудь преступниками справиться. Натянув капюшон пониже на глаза и стараясь выглядеть понаглее, Николай уверенным шагом направился в следующее учебное учреждение, школу 38. Насколько нам известно, на входе там установлены рамки металлоискателей. Но такая мера безопасности оказалась лишь бутафорией. Наш корреспондент просто обошел этот агрегат и достаточно долго слонялся по зданию, встревожив съемочную группу, ожидавшую на улице. Коль, на этот раз очень долго тебя не было, мы уже вышли из машины, хотели идти тебя спасать. Расскажи, как все прошло. Там все в порядке было. В общем, получается, когда я зашел в школу, ну, у них там тоже был своего рода ресепшн, там сидел мужчина, ну, получается, как охранник. И в тот момент, когда я заходил, он разговаривал с какими-то, ну, видать, родителями, взрослые мужчины и женщины стояли. И, возможно, он в этот момент как раз не обратил на меня внимания, я прошел дальше, прошелся по второму этажу, спустился обратно. Ну, скорее всего, там проверка есть, но не настолько бдительная, как, наверное, в остальном. Тебя внимание не обратили или просто не увидели, наверное? Да, скорее всего, так. Мне кажется, просто не заметили. Оказался незамеченным Николай и в 15-й школе. Никто не спрашивал у постороннего документы и цель визита. Никто не пытался узнать, что в своем рюкзаке парень занес в помещение. Сопротивление незнакомому визитеру оказали только в школе номер 13. Да. А? Мы племяннику ключи надо отдать. Давайте мы передадим, потому что урок идет. Именно ключи? Сами. Ну я не знаю, чего хотите вы передать. Не, я понял. Просто как здесь мы не хотелось бы оставлять. А сейчас урок идет, Миша. Да что, нам не доверяете, мы передадим. Просто все равно как из рук в руку мне проще было. Ну тогда перемену ждите. А что, сколько будет? Возможно, такая бдительность объясняется тем, что в прошлом месяце в 13-й школе произошел неприятный инцидент. На крыльце учреждения был обнаружен подозрительный предмет. На место даже выезжали взрывотехники. Благо, тогда все закончилось благополучно. Предмет оказался безобидной игрушкой. Но и сегодня, спустя месяц, работники сохраняют бдительность. Через порог школы не пропускают даже тех, у кого есть продуманная легенда. Жаль, что ею нам пришлось воспользоваться только единожды. Результат эксперимента нерадостный. В 3 школы из 4 посторонний человек с рюкзаком на плечах зашел, не прилагая никаких умственных или физических усилий. Антонина Сатарова, Николай Баранников, Павел Проскуряков, служба информации телерадиокомпании «Евразия».